Поверьте нам, мы любим эти игры, наши игры. Это по мне, детка, мы любим эти игры, наши игры. Футбол на улице. Ты в футболе, а ты поищи ее. Да прямо на улице. А ну-ка забивай ворота, мячи. Уроки закончены, скорее мять под мышку, иду я к друзьям. Наши игры на улицах вас беспокоят, не нравятся вам. Постарайтесь нам это простить, ведь пускай в карманах ветер свистит. Не стоит жалеть нас, для нас важней хороший пас. Всего важней хороший наши пас. Я открыт. Пас! Тех! Пасуй мне! Какая тишина. Не верится, что вот-вот финал. А когда он закончится? А? Тебе тоже не спится. Волнуешься? Мне это знакомо. Но завтра второй полуфинал, и ты все узнаешь. Что я узнаю? Тебе что, все равно, с кем играть в финале? С Мининис или с драконами? Финал меня не пугает, Бен. Выиграем мы или нет, вопрос, что будет потом? Потом? Что-то я не пойму. После Кубка мира, когда все станет по-прежнему. По-прежнему? Снайт нас больше не преследует. Город без ума от уличного футбола. И от твоей команды тоже. Только вот... Только что? Теперь нас все уважают. Нами восхищаются. С каждым днем поклонников все больше. А ты? Ха-ха! Ты капитан Блюз. Ты главный. И ты думаешь, все будет по-прежнему? Это правильно. Но кое-что станет хуже. Техно уедут играть за клуб. Умник отправится к родителям. В общем, я буду капитан без команды. За кого ты меня держишь? Ты лучший капитан в мире. Думаешь, я поверю, что у тебя нет планов? Ну, хоть идея. Да брось. Ну, я думал о футбольной школе при клубе, как у Техно. Ты видел ответ. Так-то вот. Эй, погоди. А как же Элоиз? Элоиз, завтра мы увидимся на полуфинале, так что поговорим завтра. Что ж, я уверен, вы придумаете что-нибудь интересное. Куда это ты? Смотри. 8, 9, 10, 11. Попробуй. Сможешь сделать больше? Да запросто. Неужели? 8, 9. Нельзя выигрывать во всем. Дай мне еще один шанс. Тебе надо тренироваться, чемпион. Ну нет, это я не надену. Нет, это слишком в обтяжку. А это? Некрасиво. А это? Слишком броско. Что же мне надеть? Лаис, ну что ты там застряла? Скорее, пора ехать. Ладно, ладно, папа, я готова.
Мы ждем внизу, поскорей. Бабуля, я не знаю, что надеть. Что мне делать? Это платье тебе очень идет. Надень его. Ты думаешь, оно не покажется Тегу, ну, слишком? Что слишком? Да, ты была права, бабуля. Слишком. Лучше я надену что-нибудь менее... А это еще что такое? Это письмо, бабуля. Может его открыть? Что мне нужно сделать? Нажми кнопку принт. Не могу поверить. Где она? Почему ее так долго нет? Начало через 5 минут. Прошу, дорогой, не беспокойся. Нельзя опаздывать на полуфинал Кубка мира. Эй, Антуан, погуди еще раз. О, умоляю, дорогой, от него такой шум. Но мы же опаздываем. Бразильские маниньи сыграют с шанхайскими драконами. Едем. Ты вернешься за Элоиз, Антуан? Как желаете, сэр. Вот так получилось, Элоиз. Посмотри-ка. Это от псов из Торонто. Тут сверху написано супер-мега-конфиденциально. О, и срочно. Что? От псов? Срочно и конфиденциально? Да, милая, тут так написано. Что случилось, Элоиз? Ты же говорила, что хочешь выглядеть экстра-супер-класс сегодня. Невероятно. Письмо псов и есть экстра-супер-класс, бабуля. Нужно скорее рассказать Тегу и Акуле, и остальным. Скажи, что случилось? Это потом расскажу. Боже, ну что она так долго? Мы уже опаздываем. А, вот она. Эй, я здесь. Эй, вы! Элоиз! А, наверное, не заметила. Эта команда сейчас в очень хорошей форме. Вы посмотрите, интересно, как они играют. Посмотрим. Такие живые пасы, да-да-да. А вы за кого болеете? Бразильские мининисы, шанхайские драконы приготовятся. Да, вот так, простите, пожалуйста. Ну? Вы как раз вовремя. Вбрасывание. Ну, все готовы? Что это? О, это миссис Верретт. Это же она. Вот это самая сварливая. Сами в эфире, миссис Верретт. Злюка. Не могу поверить. Это так здорово. Да. Где же Элоиз? Ну что, с кем бы вы хотели играть в финале? Ну, драконов победить нелегко. Именинья совсем неплохи. Трудно выбрать. Да. Смотрите, это наша стратегия. Без высоких пасов, которые мог бы перехватить Сиана. Как вы их победили? Угу. Наш Габриэль просто гений. Ну да, но с тех пор они и добились прогресса. Но пока мяч внизу, Мининьос ничего не грозит. О нет, высокий пас! О нет, 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 нет! Смотри, Марсель! О!
Ух ты! Да! Отлично! Отлично! Что-то произошло, мистер Салим. Я не могу этого вынести. Это было здорово! Ура! Минутку! Где Элоиз? Так, держи! Я ее не вижу. Наверное, она с Тайгом. Я послал за ней машину. Антуан вот-вот приедет. Да! Ура! Ура! Хорошо, всем весело. О, Тед! Куда это ты собрался? Только не уходи далеко. Я на минутку, мама, я никуда не уйду, обещаю. Да! Сожалею, мисс Элоиз, но граф так спешил, что не взял мистера Тега. Что? О, можно быстрее, Антуан? Немножечко. Это не очень разумно, мисс Элоиз. О, сегодня все неразумно. Ну что же. Прошу, мисс Элоиз, пристегнуть ремни. Да! Эй, Тег, слезь меня! Дракончик, что ты здесь делаешь? Ну? Сейчас я помогу. Ты не на полуфинале? Так же, как и ты. Да, но почему? Потому что я хочу с тобой. Ну, куда мы? Ну, ты возвращаешься на матч. Ну, а я иду в школу. Ладно, тогда пошли в школу. Но... Эй, постой! Ты себе на уме, да? Что такое себе на уме? Ничего, значит, крутой. Тогда и ты себе на уме, Тед. Давай, давай, пасуй! Молодцы! Давай! Отлично! Молодцы! Браво! Спасибо, Антуан! Эй! Эй, ребята! Смотри, это Элоиз! Элоиз! Не видела ты этого? Что? Он не здесь? Ну, он... Я думала, он с вами! А мы что с тобой? Блюзы! Эй! Куда делся Тег? Нужно найти его! Он должен это видеть! Читайте! Ух ты! Ты права, нужно разыскать его. Техно, поищите его в супермаркете. Элоиз в китайский квартал. Умник на пляж. Мы поищем в доме. Ясно! Отбей-ка, дракончик. Еще разок, Тег, давай! Вот так удар, ты молодчина. Ладно, посмотрим, возьмешь ли ты этот. Тег! Тег! Тут его нет, акула! Пошли, пройдемся по пристани. Нет, никого не видно. Ты поищи на парковке, а я в магазине. Так, ты здесь? Пришел бы сюда. Весь квартал пошел смотреть на драконов. Тег! Давай! Продолжай! Тег!
Это важно, Тек! Все! Ты себе на уме, Тек! Ты слишком быстрый! Ты в порядке? Эй, Тек! Когда я вырасту, я смогу стать капитаном команды, как ты. О, конечно. Отличной команды. Уверен. Научишь меня, Тек? Что нужно, чтобы стать капитаном? Скажи. Ну, я не знаю. Что тут сказать? Ну, наверное, нужно слушать остальных игроков. О, знаю! Нужно уважать и верить в них. Вот что. Когда проиграл, каждый думает, что это из-за него. А капитан должен помнить, что выигрывает и проигрывает вся команда. Понятно? Так можно вернуть команде уверенность. О, он так вырос. Он совсем взрослый, правда? Думаю, никто не справится с этим лучше него. Вы хотите обрадовать его сейчас? Нет. Мисс Аделаида, он ваш ученик. Это вы помогли ему стать тем, кто он есть. Думаю, вы сами должны ему рассказать обо всем. Спасибо, мистер Орнандо. Да! Футбол! Сомневаюсь. Я не буду играть в финале. Что? Без Тега точно не буду. Она права. Надо продолжать поиски. Должен же он где-то быть. Тогда на поиски. Скорее! Нужно найти его. Скажи мне, Тег, тебе известна история Луиса Орнандо? Фиде? Ну, конечно, мисс Аделаида. Все ее знают. Он единственный, кто трижды получал золотой шар как лучший игрок в мире. И, ну да, еще он дважды побеждал на Кубке мира. А еще... Я говорю о другой истории, Тек. Все это, конечно, тебе известно. Нет. Я спрашиваю о том, что было раньше. А, нет, не знаю. В таком случае я расскажу тебе. Прежде чем стать великой звездой, Луис играл в футбол с другими детьми из центра. Их тренер заметил, что Луис мальчик умный, креативный и благородный. Другими словами, он талантлив. Тренер и сам был звездой футбола, но его карьеру прервал несчастный случай. С того дня он посвятил себя обучению детишек. Он принял участие в Луисе, предвидя его большое будущее. Годами он учил его всему, что знает. Он тренировал и наставлял его. А потом Луис Орнандо стал великим игроком, как и предсказывал тренер. А? Что? То есть наш тренер раскрыл Фиде? А ты что думал? Что он всегда работал в школе рифлеров? Ну, я не знаю. Вовсе нет. Наш тренер, как ты говоришь, открыл множество игроков, в том числе и самого Луиса Орнандо. И Луис не забыл, что он для него сделал. Не забыл. А потом началось. Организация «Дети мира». Ее придумал сам Луис Орнандо. В детстве ему помогали. Став звездой, он решил помочь другим. Он пришел ко мне за советом, и мы организовали центр «Дети мира». И однажды Нордин, Тарек, Габриэль и ты придумали этот кубок мира. Это ты, Тек, лазал в мой кабинет за своим мячиком. Что? Вы это знали? Можешь мне поверить, но я не знала, чем тебе помочь. Тогда-то тренер предложил позвать Луиса для организации Кубка мира. Отличный способ отплатить за услугу. Именно об этом я и хотела поговорить с тобой. Теперь твой черед. Я не понимаю.
бразильские мининьос победили! Молодцы, бразильцы! Отличная игра! Так держать! Вы это видели? Какой матч! Молодцы! Это впечатляет! Наши детишки будут играть против бразильцев. Они справятся. Я ничуть не волнуюсь. Но куда они подевались? Габриэль! Габриэль! Элоиз! Нардин! Тарек! Простите, вы не видели моего сына? Мы обыскали весь город. Осталась только школа. Вон он! Он здесь! Тек, мы всюду тебя искали! Где ты был? Тек, наконец-то нашелся! Псы прислали письмо. Все классно, Тек. Выбрали тебя. Ты будешь работать с Фиде. Ты лучший. Лучший. Дети мира, да, ты это понимаешь? Да, да. Ты лучший. Ты лучший. Эй, тише вы! Не забывайте, что пока это супер-пупер... Ребята? Секрет. Что вы думаете? А? Прости, Лоис, но... Боюсь, это уже не секрет. Ну, если это не секрет, то выкладывай. Я буду помощником Фиде в Детях Мира. И все же, разве у вас нет других важных вестей? Я не знаю, о чем он. Я тоже, а ты? Важные вести? Ой, нет, понятия не имею. Вести? Ну, даете. Мининьос выиграли 1-0, Фиде. Блюзы будут играть против них в финале. Ну, конечно, вот дураки. Тек, если хочешь, я буду капитаном, пока тебя не будет. Ну, а пока будешь нашим талисманом, дракончик? Надеемся, ты принесешь нам удачу, ведь мы еще не выиграли. Правда? И кто же, по-вашему, выиграет турнир? Ну, кто же, как не лучший из лучших? Ура! 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 Ребят, вы лучшие! Looking at the soccer ball at my feet. All I wear is a t-shirt, so worried that we'll keep